друзья, сегодня хочу сделать небольшой эксперимент. Давно хотел, всегда мечтал. В общем, имеем грязный бензин. То есть этим бензином отмывал цепь, звездочку, вилку от деда. Все включу в таймлапс, чтобы не тратить свое и ваше время. Ну и посмотрим, что получается. Видим, такой эксперимент не удался немножко. Так, не будем мучить это. Всю эту штуку. Сойдем обратно. Посмотрим, что с нашей ватой приключилось. Каким она цветом стала. Усложним немножко задачу. Вот что у нас получилось. Грязная вся, капец. Так, ставим как раз сюда, уберем. Так, теперь значится. О, кстати, осадок офигенный какой остался. Так, протру все это безобразие, усложним эксперимент. Я должен все-таки вычистить этот бензин. Не может такого быть, что он все прям так вот впитал. Прям вообще конкретно. Так не бывает. Он был чистый, его как-то нужно отфильтровать. Так, ладно, хрен с ним. Так. Теперь, значит, что я придумал. На дно кладем туалетную бумагу, которая должна, по теории, задержать что-нибудь. Так, берем вату, открываем вату, так, теперь сделаем наоборот, сначала вот так смотаем его, так. Так, теперь через туалетную бумагу, так как она
имеет пропускную способность, но и фильтрующий эффект. Опять же таки все. Ты что, порвалась еще? Засранка. Сейчас все сделаем. Вот эти все слои, все дело в горячем, пусть рвется, не страшно. Во, технологический зазор там небольшой будет. Так, теперь как-то надо это все куда-то перелить. Переливаем сюда. Капец, фильтрует крайне плохо. Так, чем помыть? Тряпочку просто. Сейчас. Для чистоты эксперимента. Чтобы эта фигня у нас была чистая. Блин, надо было наоборот. Ну ладно, хрен с ним теперь что ж. Хотя бы приблизительно. Вата, короче, пропускает, получается, вот эти всякие микроэлементы. Это нехорошо. Проверим с туалетной бумагой. Ну, более-менее. Так, ставим таймлапс. Видим, тоже все не то. Сольем обратно лишнее. Будем пробовать больше бумаги. Все равно надо добиться результата. Нужно. Вообще капец, все черное. Что на дне? Ну, то же самое. Так. Но чуть-чуть почище. Ладно, убираем это пока тоже отсюда. Так, отсюда. Вытираем все опять насухо, начисто. Уже, по крайней мере, мусора меньше. Не сильно прозрачная. Но лучше стало. Так, значит, действовать будем по другому методу. Еще усложним, короче, пропускную способность. Улучшим. Улучшим, короче. Смотрим дальше. Как мы видим, в принципе, лучше уже, но не то, не то все равно. Все равно что-то не то. Будем улучшать. Сейчас опять это обратно сюда лишнее. Излишки все. Будем улучшать продукцию. Точнее, не продукцию, а фильтрацию. Капец, блин. Но в принципе уже видно разницу. Я так думаю. Все это мы посмотрим. Так, ладно, улучшаем дальше.
Ребят, как мы видим, уже попрозрачнее стало, но все равно не то. В общем, в таймлапсе буду делать все, пока не получится нужный результат. Смотрите, кому интересно. Ну вот, ребят, это единственное, что можно было добиться путем подручных средств. Сейчас перейдем все в баночки и сравним результаты. Это то, что у нас получилось. И столько же нальем то, что у нас было. Смешаем как следует, как оно все это изначально было. Вот. В общем, вот, ребята, у нас такой результат. Так, сейчас пониже опущу, чтобы видно было лучше. Вот у нас два результата. То, что было, то, что стало. Можем поменять местами. Я думаю, разница видна невооруженным взглядом. Сверху посмотрим. Так, надо на улицу вынести, чтобы лучше видно было. То, что было, то, что стало. Отличие налицо. Так, переходим обратно. Так, блин, у меня музыка играет, я забыл про нее. Хрен с ней. Как вам, ребят, такой результат? Вот, прозрачный абсолютно. Блин, а бумажка, ну ладно. Бумажку подложить, ладно, сейчас подложу, так уж и быть. Посмотрим на результат через бумагу. Может, лучше будет видно. Вот. Прозрачная. Царинка какая-то попала, наверное, на дне, скорее всего. И вот непрозрачная. Вот, как мы видим, он там осадок охренительный. Здесь, как мы видим, осадка нет совсем. Все отфильтровалось. То есть, грубо говоря, если взять сейчас вот это все отфильтровать до такого же результата, можно уже будет заправлять в мотоцикл, ну или в автомобиль. Но единственный косяк, тут сейчас находится масло, поэтому будет дымить, мам не горюй. Потому что отмывалась цепь, ну и все подряд. И там присутствовало масло. Ну, фильтры мои пропускают только вот такие, в общем, элементы. То есть цвет светлее этого не получается. Ну, тем не менее, я думаю, это хороший результат с этого до вот этого. Ну, такой вот интересный экспериментик получился. Ну, кому интересно, палец вверх. Кому не интересно, ходите мимо. Ну, а так вот, в принципе, как-то вот так. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.